Ну а сейчас мы будем веселиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы идем на концерт нейромонаха Феофана. Кто-то стыдно, по-моему, по звукам, но это мой подъезд. Подъезд. Красиво. Это все мое. Родное. Вот сейчас мы будем спускаться. Увидите, какой у меня выход, короче, из моего подъездика. Вон там, вот смотрите. Там на третьем этаже, если что-то видно. Видно чем-нибудь? Да. А там сидит Катюха, видите, у нее там какой-то пожар. Пожар начался! Сейчас вы видите, каков выход из моего обители. Ага. Без лимитища. Сам центр Ростова. Сейчас мы идем на туда. На Буденовский мы сейчас идем. Потом поворачиваем налево. Идем в стереобазу. Да. Мы где-нибудь по дороге подключимся. Так что всем удачи. До свидания. Народу? Ну, под нами скидывают. Да. В общем, мы притопали уже клуб. Сами клуб. Снял? Да. Народу сюда вообще не мандаюсь, но это и к лучшему. Типа, мы увидим Ермана, пока будет тет-а-тет. Поэтому все будет забыстрено. Ну а сейчас мы будем веселиться, будем петь, хохотать, да безудержно плясать. Отбросьте печали, забудьте невзгоды, с нами веселье и силы природы. Ядрёно, задорно, всем будет нам, с любовью для вас, нейромонах Феофан! Пою тут краем уха, слышал, что слух пронесся по городам и весь по лесам да по полям, эх, по миру Феофан созывает всех вместе, эх, собраться, дабы быть славным пиру. Лють честной, да всяка животина собирает кульки, да на тонки. Вот так сход будет лепокартина, что запомнят навеки потомки на поле.
поляне лесной, что у речки собралось всех. Вот это диво, кто пешком, кто приехал на печке. Да запели дюжи славно, красиво. Гнутся сосны, гнутся ели. Мы со всей души запели. Разгуляйся вечером, дует легкий ветерок. Девушки рукам ногам на пляжем к ночи ураган. Отдельное спасибо сказать всем тем, кто в костюмах приходит на пляски наши расчудесные. Давайте похлопаем их! И специально для вас есть следующее, что козаками зовется. Я ее не знаю. Ой, да вышли в поле, казаки вышли смело в чисто поле и ногой зашевелили. Ой, на этот знатный опен эйр атаман созвался край тех, кто сдюжит волны басу. Ой, да там и Феофандер степный побывал и поплясавши эту песню вам исполнил. Ой, да этот стих-то мой нескладный, он родился прямо на роде среди бравых и курчавых. Ой, да благодатною дланью, чтобы изгнать из вас всех бесов, батька ставит драма это бейсба. Подскажите-ка, люд честной, растет ли у вас камыш-то, а? Растет. Значит, сейчас зашумит. Сейчас пришел. Один раз я выйду в поле, подойду к пруду, что с краю, заберу зверя с собою, так я лихо отдыхаю. Чтобы было веселее, но днем и даже ночью мы запустим open air, и под рамку пляшем мощно. Косолапый с нами еще шел. Но он, знаете, до меда-то охочев. Ох, любит мед он, зараза. Вот идем мы, бывало, с Никодимом по лесу. Идем, идем. Да медведь волочится вроде. Глядь назад, а его и след простыл. Ищем его, ищем, где он. А он то ли на дереве сидит, то ли в кустах сидит, мед лопает. Вот отстает все время. Зажрался. Приходится ждать его. Вот и сейчас, видите, подотстал он где-то. Может, позвать? Пойду гляну, может, догнал. Куда
Косолапы! Вернись! Мы тебя начинаем! Косолапы! Где-то он тут ходит, надо позвать его. Миша! 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 Вот слышит, слышу, слышу, тащится где-то. Где ты? О, слышал! Туалетная бумага? А вот он! Ну-ка! На выпуск! Смотрите-ка какой, а! Прятался он там! Стеснялся немного! По-моему, он не стоит! Это не графика! Помню я историю одну, как мы с ним познакомились. Шел я, значит, как-то по лесу. Шел по грибы, да по ягоды. Но вдруг из кустов неспешно выходит медведь косолапый. Смотрит в очи мне хитро, что-то сказать желает. Тут я смекнул лихо, чего-то ему не хватает. Вроде цыпнов на тей. Вроде кости целые, ах, вот оно, что болей. Понял я, в чем дело, из-за спины сокопцей. Я достаю балалайку своей рукой. Холодновато, но когда с Никодимом идешь, тепло или на душе и вообще. Давайте-ка поприветствуем нашего расчудесного Никодимушку-мастера! Ох, он мастеровит! А на Руси зима! Очень лютая, а моя по лесу так и подавно. Ох, колотун! Воду с родника я ведре несу, и висит сосулька да на моем носу. Дабы мне совсем уши околеть, я весело пляшу. А лечить ты его чем? Медом, ну конечно. Да как где б его взять, если он весь съедает? Приходится ехать к Любомиру. Вон он там стоит у выхода. За медом, на ярмарку. Ибо он курит где-то до листву. Есть отказывается полезную. Только меду хочет. Садимся мы с Никодимом на повозку, да мчим на ярмарку-то. Вот так вот рулит Никодим. Видели бы, ох, он мастер-то, не только музыкальных дел. Аж до песнопения-то имеет, спроси я.
ты приболел от кореньев на свороте, лед давно уже ли съел, тихо молком на морозе, тогда нам его лечить, ох, не весело болеть, пусть на тепленькой печи полежит пока медведь, эх, на ярмарку скорей, надо мчаться православу, там купец цветку налей, чтобы мечта был здоров, запрягаю лошадей, я в повозку свою браво, полетели эгегей, выручать мишутку надо. Младший драмодей Нейромонах Феофан. О чем песня следующая? Подпевайте. О-о-о-о-о-о. А теперь вы, ну-ка. А теперь я. О-о-о-о-о-о. Ну а теперь вы. На заре выходит пикник, калища ли снова своих кустаков, гоня подальше бесов, на той земле сраде великой ступает. А заря я край родимый своим ликом сам, зрея рома. Забавы, знаете, раз в лесу бываете. Вот,
Логичнее некуда. Какие в лесу забавы? Лесные. А чуть поконкретнее? Может, покидать что-нибудь? Шишки в белок! Шишки в белок кидать? Да, забавно. Березоньку топором рубить тоже есть. Служение в природе. Как, говоришь, кидать палочками в медведя? Это самое веселое, честно тебе. Медведь аж заулыбался. Мишка, Мишка! Топором чешет. Ну, знал, стал быть, знаете, забавы какие лесные бывают, да? Ну, значит, у них-то и споем. Ну-ка, Салат, он топоры принес. Ай да, рубанем тогда. Лесорубы собрались. Жизнь моя аскетична, дороги развлечений у меня почти да нету. Посему сижу на пне, в дебрях распеваю драмы бейс, да пляшу я. Правда есть еще одно занятие. И он у меня не проходит, но ничем я в них не кидаюсь, а вместе с ними начинаем лихо рубить ельчем. Ай!
но все потом. Не сейчас, а сейчас хочу пляс. Например, заводись. Оп. Балалайка, ты куда? Оп. Балалайка, ты куда? Разрядилась, а балалайка. Звукослав, дорогой, закрой-ка ее на минутку. Закрыл? Ага. Чисто минутку. О! Что ж, есть что поведать. Зал водицы бы сходил. Да ну! Залатал бы крышу. Вот по весне зараза течет. И зерно бы спрятал, чтоб не съели мыши. Да ну его! Тут сейчас как ты. Но все потом. Не сейчас, а сейчас хочу пляс. А сейчас-то что? Хочу я пляс! А давайте хоровод крутить, а? О! А ну-ка давайте хоровод крутанем! Все в хоровод? Давайте-ка в хороводик-то сделаем, а? Кто там? Не-не-не, не вставай! Знаешь, как полезно? Для суставов, для здоровья, для костей, для мышц и общего самочувствия. Ну что, готовы хороводище крутить? А сейчас хочу пляс, а сейчас